Вот, обустроились наконец-то. В этом году в пляжном поселке очень много народу. Вот такую загородочку повесили, потому что там люди ходят. Вот. Очень много машин, просто притык. Вот одна палатка здесь рядом, машина, еще. Вот наша палатка основная. И здесь вот притык еще одна стоит. Просто в этом году аншлаг. А мы в каком месте были-то? В июле тогда, да? А в июне? В июне было, так было раза в три меньше народу еще. Вон. Вот. Там все забито палатками. Вот там тоже. Там мангальная зона. Вот там полно. Огромные шатры, кемпинги. Ставят просто. Ну, не хочет в палатках, живет вот в таких домиках. Беседки, электричество там все есть, горячая вода, все удобства. Ну вот, как видите, тут машины стоят сплошь приткнутся. Вообще нам показали, только сегодня приехали два места. И все. Но к одному мы не смогли подъехать. Вон там стоят. Там души, туалеты, все. Ну и самое главное, вот там море. Может, не пойдем туда. Надеюсь, мы. Вот оно там море. И мы стоим вон напротив синего домика. Вот оно главное преимущество. Все-таки это место. Ну, там столовая есть. Можно обедать, завтракать, ужинать за деньги. Даже бассейн есть где-то, кстати, в этом году открыт. Мы даже не ходили, не знаю. Ну, в общем, вот такой экстрим у нас в этом году. В прошлом не было, позапрошлом было.